Войдя в выставочный зал, попадаешь словно в настоящую каменную сказку. Здесь собраны минералы со всего мира. Они сверкают, переливаются и завораживают. Кажется, что это вотчина хозяйки Медной горы. Вот сейчас я в руках держу абсолютно уникальный камень, который называется обсидиан. А чем он уникален? О своей иризации. Вот эта иризация на обсидиане проявляется крайне-крайне редко. Единственное месторождение в Мексике расположено. И вот сейчас мы держим самое настоящее сердце из обсидиана. А это лунный камень и лабрадор. От переливов голубого цвета и загадочных узоров невозможно оторвать взгляд. Здесь представлены уникальные статуэтки, вырезанные из таких камней, как тигровый глаз, обсидиан, агат и аметист. А еще для интерьера вы найдете на выставке необыкновенные светильники из агата. Привет, Рязань! Несмотря на все сложности, каменная сказка все равно жива. И, как это ни странно, ассортимент изделий, которые мы привезли в этот раз, даже шире и интереснее, чем то, что было раньше. Поверьте, такого вы еще не видели. Приходите, будьте очень приятно удивлены. Особое место на выставке «Каменная сказка» занимают изделия из малахита. Уральское месторождение закрылось уже давно. Теперь этот минерал привозят в Россию из Центральной Африки. Но этот камень – это малахит, знаменитый малахит. Это по свойствам просто хороший камень. Малахит имеет лечебные свойства, малахит имеет магические свойства. То есть малахит, ну, в России малахит – это один из лучших минералов. Но с малахитом мы работаем давно, давно. Но мы в Москве, в Екатеринбурге. А в Рязани первый раз, впервые. Здесь немало украшений не только для женщин, но и для мужчин. Например, вот эти браслеты из вулканической лавы прекрасно подойдут для представителей сильного пола. В браслет можно прямо на выставке вставить понравившийся минерал. Каменная сказка будет работать в КВЦ АК до 21 марта. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».